Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер. Что это за херня? А, это, видимо, из-за того, что я F9 нажимаю. Ну ладно, не буду еще раз нажимать, это видео прервется. С вами снова Демастер. Мы продолжаем с вами играть в UE Hardcore. Это вторая серия, как строить автоферму в Mine Factory Reload. Ну что ж, продолжим. С вами мы это делать. Так, я вот, конечно, добывал, мне это еще чупа подкинул, так что нормально. С морковкой у нас теперь с яблоком проблем нет, и мы сможем докрафтить бридер. Вот, нужно только сейчас золото взять из сундука. Так. Так. В этой версии Майнкрафта еще вроде делалось так. Да, в этой версии делалось еще так. И морковушки, мои морковки. Так вот. Ага, так, с этим готово. Теперь мы должны скрафтить поршни, желательно 3. Не обращайте внимания на эту полоску. У кого-то ее здесь нет. Так, дерево. Так, это уголь, которого уже нет, 100 лет они есть. Так, дерево, вот. Нужно это, лыжника. Железо и редстоун. Железо есть, редстоун есть. Так, в принципе-то это все. Нужно скрафтить 3 поршня для всех механизмов. Так вот, вроде вот так вот, так вот и... Да, угадал. Вспомнил. Да черт. Так, ну что ж, ну сегодня, думаю, мы уже закончим с вами эту автоферму. Она уже будет как минимум хорошо, ну, более-менее функционировать. Так, нам еще нужно будет построить компостер, который будет делать нам эти кашулечки, вот. Поэтому я и сделал печку. В принципе, у нас уже все на него есть, да? Да. Сразу же его скрафтим. Так вот, так вот, так вот. Машинблок. А, блин. Рау пластик забыл. Переделать вот эти штучки. Теперь они у нас снова есть. Так, вот этот прибор будет делать из кашулечек нам фиталайзер, то есть удобрение. Именно этот прибор будет это делать. Так, дальше нам нужен бридер. Бридер делается из 2 морковок, золотого яблока. 2 морковок, золотого яблока. И вот так вот. Блин. Нет? Где-то я забыл что-то сделать. А, ну да. Пурпурные штучки забыл, что были. Что не так? Что не так? Ну все вроде заложил по схеме. Но почему нет бридера? Вот в чем вопрос. Да, видимо, еще один баг, который нужно будет фиксить. Это очень плохо. Придется его читерить, как я понял. Потому что так его почему-то сделать невозможно. Но, во всяком случае, у меня не получается. Хотя я все закинул как надо. Factory Machine Block. То он и есть. Последний раз попробую. Если не получится, то придется его читернуть все-таки, потому что без него, в принципе, наша автоферма не получится. Да, а, видимо, в моде какая-то ошибка, в конфигах переделаем, потом, видимо, у него просто рецепт крафта слетел. Такое иногда бывает, потому что мы еще не все протестили, и вот хорошо, что просто пока еще никто об этом не сообщал. Если бы нам об этом сказали, мы бы уже давно заметили. Либо я что-то делаю не так. Ну ладно, бридер тогда оставим напоследок. Я потом возьму. Уже из креатива это все выкину, что нужно на его крафт. Так, дальше нам понадобится компостер, этот мы скрафтили. Так, нам понадобится еще хронотипер. Надеюсь, хронотипер это крафтится. А, краситель, может что-то не то с красителем. Я понял, у меня пурпурный краситель. Ага, вот. Нужен фиолетовый краситель. Ну, понятно.
Сейчас тогда сделаем, что-то я зафейлил. Так, ну что ж, что там у нас? Здесь нет. Где же он лежал, черт возьми? Вот здесь он должен быть. Да, вот лазурит. А, лазурит. И... Блин, розы закончились. Надо за ними сгонять. Надо сгонять за розами. Черт, эти полосы меня немного напрягают. Но неважно, в доме-то их нет, поэтому чисто быстро. Пробежимся. Вы можете Лехи забрать из дома, он там садил парочку роз. А, во, вот есть роза еще. Там крипер. Опасный момент, опасный момент. Блин, только проснулся, еще это. Только встал, смотрю, что-то я запозднился с серией, нужно быстрее записывать. Сегодня пойдем играть с подписчиками World of Dragons. Кому интересно, почитайте информацию ВКонтакте, все будет написано. Вот, будем играть очень много. Ну, кто как сможет, естественно, я там смогу подольше поиграть сегодня, поэтому... Это не будет... Я бы, конечно, провел что-то типа стрима, но это будет не стрим. Потому что у меня интернет не тянет стрим. Так, мы забрали с вами розочки, которые понадобятся нам для этого. У нас есть лазурит и розы. Теперь можно скрафтить фиолетовый краситель. Не знаю, почему я сделал пурпурный. Я когда смотрел в прошлый раз рецепт, мне показалось, что это был пурпурный. Фейлер. Так. Нам нужен фиолетовый. Он делается просто лазурит и красный краситель. Зомби. Где-то рядом зомби, и он постоянно это... Издает свои кошмарные... Воу. Вот так вот ходит. Зачем я его разбавлял? Зачем? От дурака. И такой еще... У нас лица не подходит, я буду его читерить. Как сразу же, ну, сдался. Ну, ладно. Зато сейчас все у нас четко и без всякого читерства. Поганого, да. И выставляем пластик шицы сверху. Тык-тык-тык. Все, вот у нас получается бридер. Бридер готов. Следующее это хронотипер, который нам тоже нужно сделать. Ставим фиолетовый краситель. Изумруды. Пластик шицы. И фактори машин блок. И у нас получается хронотипер. Так, пока установим все эти приборы. Заранее. Заблаговременно. Так, и... О-о-о-о-о-о! Чувак, чувак. Ладно. Так, ну компостер будет внизу. Так, это что у нас? Бридер будет вот тут. Или может его сзади установить? Нет, давай лучше то, чтобы было мне проще. С другой стороны, подводить к нему хавчик каждый раз будет неудобно. О! Провалился в одну из дыр, которую сам себе вырыл, но неважно. Нужно подумать, можно детей там сделать, здесь будет хавка, тут будут их кормить. Окей. Вот давай сюда к нему будет подставляться всякая хрень. Так, вот бридер. Будет установлен здесь. Хронотипер должен быть установлен вот тут. Его должно сделать так. Да, moving babies. То есть все маленькие малыши будут перепативаться вот туда. Север один не сделали. Так, теперь компостер. Компостер будет стоять где-то вот тут. Вот ступеньки, кстати, все сделать. Нормально, пока что без них. Так, смотрим, что нужно дальше. Нам нужен речер еще. Речер, где он? Речер. Рэчер, давай, где ты у нас? Вот он у нас Рэчер. Ножницы, ведро, фактори машин блок новый надо скрафтить. А для этого нужен камешек. И пластик шицы. Сразу 6 штук заранее. Так, Ричер. Ножницы. Двое ножниц. Ведро у нас есть, ништяк. Ножницы по бокам. Ведро. Пластик шицы. Все, Ричард готов. Это будет собиратель. Я думаю, вы понимаете. Английский язык там будет восходить, знаете, чуть-чуть. Вот. Так, север. Север нужно еще пару штук, да? Ведро. Ну, как раз вот одну штуку скрафтить. И, то есть там сразу 4 штуки крафтится, поэтому я и беру одну штуку. Так. А, ведра у меня нет, я же его потратил. Черт, как ты сюда попал? Все, зато тебя больше не будет.
в этой серии. Ты не будешь больше на заднем плане негодяй. Черт. Так, вот север, да? Ведро. Крафтим. А, еще надо будет гриндер сделать, где-то нужно будет золотой меч, я помню, и поэтому я сразу же его сделаю, чтобы потом не делать, да. Так, ставим Factory Machines блок, ставим ведро сюда, ставим кирпичи по бокам, и сверху пластик шитс, и получается север. Это мы с вами уже проходили и знаем. Гриндеры, гриндер, гриндер. Гриндер делается из книжки, этого книжки, меча, и вот поршень, который мы крафтили специально для этого. Factory Machine блок ставим сюда. А сверху он, естественно, наш пластик шитс. Гриндер готов. Идем устанавливать наши новые механизмы. В принципе, ферма уже приобретает вид. Вот так вот. Гриндер будет стоять. Стоять вот тут. Так, а Рэчер будет стоять здесь. Эти серверы, ну, оставлю их пока. Так, также нам нужно будет скрафтить еще кое-что, ну, еще много чего. Нужно будет скрафтить электронные кабели вот эти вот. Сейчас мы их найдем, и не только. Нужно будет еще скрафтить Universal Tips. С трубы. О, да, Strange Matter, классная вещь. Ищем, ищем, ищем. Ищем, ищем, ищем. Ищем. Угу. Вот, универсал кабель, универсал тюб. Кабель делается, мы знаем как. Я хотел посмотреть, как делается тюб. А, через стекло. Стекло у нас где-то было. Стекло у нас где-то было. Одно стекло, ё-моё. Песок. Печку угля туда давай. Ну, думаю, на первое время хватит, нам много стекла все равно не нужно будет. Оспнем и делаем трубы. То есть не трубы, а сначала кабели сделаем, чтобы можно было провести всю систему. Так, делаем кабели с вами. Угу. Проводим основной кабель. В нашей системе, естественно. Так, ну и там дальше мы начнем уже проводить снизу. Надеюсь, мне на все хватит. Так, естественно, нам нужно будет вот сюда вот провести кабель. Ну, пока здесь ничего нет, но в будущем должно появиться. Хотя лучше, наверное, проводить поверху, чтобы снизу и не мешались. Тоже об этом почему-то задумался, но нормально. Это правильно. Хотя нет, на поверху не получится. Вот так вот, потому что здесь будут еще тюбсы стоять. Вася, ты что там храпишь, котейка мой маленький? Так вот, тут будет труба. Вот тут будет труба. Так, здесь пока ни хрена не будет. Так, здесь же тоже что-то установлено. Нет, здесь ничего не установлено. И тут, то есть, в принципе, все трубы... Нет, 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 нет. Слава богу, выбрался, а то мог там застрять на очень долгое время. Вообще да, почему я так делаю? Можешь сделать как бы вокруг. Вот так вот. Да, в принципе, теперь все приборы из этих соединены. Но еще можно будет соединить этот прибор, правда. Но это мы сделаем незамысловато вот так. Теперь мы должны скрафтить с вами тюбсы. Кабель у нас еще осталось 8 штук на всякий случай, но думаю, нам они уже сильно не пригодятся. О, как раз 16 переплавилось стекла.
Берем еще наше 17 стекло. Так, ну естественно крафтим с вами Universal Cable, Universal трубы. восемь штук, надо еще на будущее и стекло, естественно, ставили, чтобы сделать пол. Удобно такой стеклянный пол сделать, сразу же видишь, куда энергия идет, а куда нет, и можешь распределять время там свое, как нужно. Смотришь, куда тебе нужно, куда нет, и что не так случилось. А здесь делаем вот так, тык-тык, опа. А почему это они не соединяются, интересно, не знаю. Они должны будут соединиться. Сейчас вроде может такой баг просто. Потому что там коров нет и такие дела. Это естественно, из этих всех нужно сделать вот так вот. Чё, почему они не соединяются, прямо точно? Черт! Я почувствовал, что мне нужно было. Да, мне нужно было делать. Я дебил, я сделал совсем не то. Не делайте тюбсы, не делайте, делайте сразу же, делайте пайпы. Я просто до другого задумался и сделал. Тюбсы нужны совершенно для другого, ребят. Пока что я об этом говорить не буду, в следующих сериях это покажу. Вам нужны были пайпы вот эти вот, которые воду выкачивают, потому что мы будем по сути жидкость выкачивать. Да. Вот так будет правильно выразиться, да. Уж это будет жидкость, а тюбы немного другую вещь переводят. Хотя вы, наверное, могли бы догадаться уже по тому, какой знак здесь используется. Черт, Кирка, ты меня так радуешь иногда. И так подводишь, когда нужно сломать что-то, ты просто ломаешь все. Так, ставим пайпы. Вот, видите, пайпы сразу же соединились. Ну ладно, они, в принципе, нам тоже пригодятся в будущем, поэтому я даже немного не, я даже не расстроен. Потому что кто знает. Вот, видите, пайпы, конечно, сразу же соединились с приборами. Я так еще думаю, почему они не соединяются? Что-то я не то сделал. Конечно, что-то не то сделал, демастер. Так, а вот сюда вот нужно еще кабель провести. Только мне кажется... А нет, хватит, нормально. Все, хватило, зашибись. Я, мне их не хватит. Да, нужно сделать еще. В принципе, ребят, все, что нам осталось, это запихнуть сюда моба. Сюда моба. Вот, но мобов я пока не смогу, наверное, найти, запихнуть. Это будет уже где-то, кстати, я, наверное, сейчас дострою весь механизм, а в следующей серии уже покажу, как он будет работать. Вот, это, в принципе, нормально, потому что сейчас я буду еще за мобами таскаться, это пройдет очень много времени. Вот, и серия растянется на очень-очень долгое время, а никому столько... А многие люди столько так много не любят смотреть. Я лишь когда захожу на YouTube, мне больше нравится, когда серии не очень длинные. 16 труб нам, в принципе, будет достаточно. Пайпу. Да. Так. Все, ништяк. Здесь будут они вот так вот соединяться. Иди сюда. О, уже? Представляете, уже где-то там Север набрался? У меня есть одно предположение. Черт. Фух, спас. Нет, ладно, это было чисто мое предположение. Может, это из-за паука, который здесь проходил. Ну да, в принципе, Север-то не должен был просто так набраться. Вот. В принципе-то это весь механизм уже. Он готов, я считаю. И на этом можно подвести итог по нашей серии. Конечно, не хватает еще одной вещи, но у меня глазу... паучьих глаз нет. Нам еще нужно построить ветеринарий станс. Где он? Вот, ветеринарий. Тогда это все правильно, ветеринарий станс, потому что все остальное у нас есть. У нас есть речер, который будет здесь. За ним нужно будет поставить сундук. У нас есть
Бридерс, туда нужно будет запихнуть пшеницу. У нас есть хронотипер, который определяет, взрослый или ребенок, и перемещает сюда. И у нас есть моб гриндер, который убивает монстров. За ним тоже нужно будет поставить сундук. Вот. Вот сюда вот нужно будет поставить. Сюда пока ничего не нужно ставить. Вот сюда вот нужно будет поставить ветеринарий стенс. И будет нормально. Так, ну что же, уважаемые зрители и подписчики моего канала, всем спасибо за просмотр. А в следующей серии я уже сюда приведу животных. То есть животных я приведу за между сериями. И в следующей серии вы уже увидите полную работу этого механизма. Все будете видеть, как он будет функционировать в полной мере своих возможностей. Ну, конечно, я это все украшу тут между сериями, но это уже не важно. То есть сделаю стекло, а не булыжник. Это у меня так, разведочка была, черт, я запарился в эту дыру падать. Черт. Да, сделаем пока так. А, так, ну что ж, я надеюсь, вам понравилось. Тут, я даже не знаю, это можно даже гайдом назвать, потом мог строить ферму, но летсплей это норм тоже. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. С вами был Демастер, всем пока.